Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видеомастер-класс по вязанию рюкзачка из трикотажной пряжи. По размеру рюкзак получился высотой 26 см, шириной 23 см и длина ремешков 75 см. Все материалы для вязания рюкзака можно приобрести в нашем магазине на Wildberries или в Каспи магазине, ссылку оставлю в описании. Материалы: трикотажная пряжа, у меня это пряжа Алтын, толщина нити 7-9 мм, основной цвет 1,5 мотка, это 150 метров, и дополнительный цвет половина мотка, около 50 метров. Крючки для вязания. Основной крючок номер 6, который мы будем вязать рюкзак. Крючок номер 4 вспомогательный, чтобы прятать кончики нити. И крючок номер 8 нам понадобится для вязания короткой ручки. Также маркеры и ножницы. Из фурнитуры нам понадобится портфельный замочек. У меня это маленький треугольный замок. Крепление на зубчиках. Одно большое колечко 32 мм. Два маленьких колечка диаметром 20 мм. Карабины для ремешка. Обычные карабинчики с круглым отверстием. 4 штуки. И один карабинчик для кисточки. У меня это карабин в форме сердца. Начинаем вязание. Трикотажную пряжу нужно аккуратно распустить с внешней стороны мотка и слегка растянуть. Делаем так в процессе всего вязания на 2-3 метра вперед. Оставляем короткий кончик, набираем цепочку 9 воздушных петель. Вяжем первый ряд, пропускаем одну петельку, далее вяжем 7 столбиков с накидом. В конце осталась одна непровязанная петля, в нее вяжем 3 столбика с накидом в одно основание. Переходим на другую сторону и здесь также провязываем 7 столбиков с накидом. При этом кончик нити прокладываем вдоль петелек и прячем. И остается еще одна петля, которую вначале мы пропустили. В нее вяжем 3 столбика без накида в одно основание. Итак, заканчиваем первый ряд. По окружности у нас должно получиться 20 петель.
Закрываем последнюю петельку. По окружности должно получиться 20. Вяжем второй ряд, делаем первую петельку второго ряда. И от начала ряда провязываем всего 7 столбиков без накида вместе с первой петлей считаем. Теперь здесь у нас было 3 петли. В каждую из трех мы вяжем по 2 столбика без накида. Делаем 3 прибавки. Продолжаем. Переходим на другую сторону и здесь вяжем 7 столбиков без накида. Остается еще 3 петли. В каждую из них вяжем по 2 столбика без накида в одно основание. И на этом заканчиваем второй ряд. По окружности у нас должно получиться 26 петель. Вяжем третий ряд, провязываем от начала ряда 7 петель. Далее делаем прибавки. Здесь мы чередуем двойная петля и одинарная петля. Делаем так 3 прибавки. Вторая прибавка – двойная петля и одинарная петля. И последняя прибавка – двойная петля. Один, два, три. Переходим на другую сторону, провязываем без прибавок 8 столбиков без накида. Закончили. Теперь на этой стороне точно так же делаем прибавки, чередуя через одну одинарную. Двойная, одинарная, двойная, одинарная. Двойная и заканчивается ряд 1 столбик без накида. По окружности 32 петли. Закрываем третий ряд. Вяжем четвертый ряд и провязываем от начала ряда 9 петель. Далее переходим к прибавкам. Здесь тоже делаем по 3 прибавки и чередуем их через 2 одинарные петли. Переходим на другую сторону, вяжем 9 петель. И делаем еще раз прибавки. 3 прибавки чередуем через 2 одинарные петли.
Закрываем этот ряд. По окружности должно получиться 38 петель. Далее вяжем пятый ряд. От начала ряда провязываем 7 петель. Далее переходим к прибавкам. Делаем 3 прибавки, чередуем их через 3 одинарные петли. Переходим на другую сторону и вяжем 10 петель. Снова вяжем 3 прибавки, чередуем их через 3 одинарные петли. Закрываем пятый ряд, по окружности 44 петли. Обратите внимание, здесь мы немного иначе закрываем ряд, вводим крючок и раскалываем петельку напополам. Провязываем первую петлю. В этом ряду вяжем без прибавок. Давайте посмотрим, это у нас фактически готовое донышко. По размеру оно получается: длина 19 сантиметров, ширина 12 сантиметров. Далее мы вяжем один ряд без прибавок и в этом ряду вводим крючок за одну полупетельку, вот так, и здесь в глубину провязываем в середину петли. Вяжем по окружности без прибавок 44 столбика без накида. Закончили, связали шестой ряд. Далее будем вязать с прибавками, тоже будем делать 6 прибавок. Вот так у нас сейчас выглядит сумочка. И теперь закрываем этот ряд. В следующем ряду мы будем с вами делать 6 прибавок, а также мы будем добавлять белый цвет пряжи. Пряжу мы также подготовили, слегка растянули. Теперь прикладываем кончик пряжи и вначале провязываем его внутри петель. От начала ряда провязываем 3 петли. Затем четвертую петлю провязываем белым цветом. И далее опять провязываем 4 петли цветом лаванда. Далее одну петлю белым цветом. И вот здесь теперь нам нужно сделать прибавку. Вяжем 2 столбика без накида в одно основание.
И у нас это цвет номер один, лаванда. Затем 2 петли еще, без прибавок. Итого опять у нас 4 петли. Значит, следующая петля будет белым цветом. Далее мы провязываем одну петельку цвет лаванда. Затем делаем прибавку. 2 столбика без накида в одно основание цвет лаванда и одну петельку еще этим цветом. И вот здесь у нас опять 4 петли. Значит, следующая петля будет белым цветом. И до следующей прибавки мы опять вяжем цвет лаванда, 2 петли. Затем нам нужно сделать прибавку. 2 петли в одно основание. Давайте посмотрим. Вот мы с вами сделали прибавки. Вот здесь у нас были прибавки в последнем ряду с прибавками. И значит, в следующем ряду прибавки сдвигаются влево. Между всеми тремя прибавками по 4 одинарные петли. При этом мы еще с вами чередовали через каждые 4 петли цвет лаванда. Мы включали одну петлю цвет белый. И далее мы с вами продолжаем вязать до следующих прибавок. Связали всего 11 петель от последних прибавок до следующих. Затем делаем прибавки. Затем опять 4 одинарные петли. При этом не забываем, что нам нужно вязать через каждые 4 петли цвет лаванда одну петлю цвет белый. Единственное, что здесь получается, что на места прибавок у нас всегда выпадает один и тот же цвет лавандовый. Поэтому в этом плане нам повезло. Здесь у нас достаточно легкая работа. И далее продолжаем. Опять вяжем 4 одинарные и двойная. Заканчиваем ряд. Получается у нас предпоследняя петля белым цветом и последняя цвет лаванды. И обратите внимание, что здесь между белыми точками опять у нас 4 петли. 3 в начале, 1 в конце. Закрываем этот ряд. Это у нас был 7-й ряд. Далее будет идти 8-й ряд. И давайте посмотрим. По окружности у нас получилось ровно 50 петель. Далее мы прибавки делать больше не будем. И должно получиться 10 белых точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующий ряд мы вяжем только одним цветом, лавандовым. Это у нас 8-й ряд. При этом обратите внимание, что белую нитку мы оставляем на том месте, где она у нас вышла. Мы ее не протягиваем через весь ряд. Вяжем только одним цветом. И далее продолжаем до конца ряда самостоятельно. Заканчиваем 8-й ряд, закрываем его. Далее вяжем 9-й ряд. В этом ряду мы опять будем вязать белые точки. Давайте посмотрим,
Если просто ориентироваться от предыдущих белых точек, то нам нужно посчитать 3 петли вместе с белой точкой из предыдущего ряда. Отступаем по 3 петли и затем вяжем следующую. Это нам нужно для первой точки. Далее мы уже ориентируемся по тому принципу, что у нас между белыми точками по 4 цвет лаванда. Ну и давайте еще раз посмотрим. Вот 1, 2, 3. Значит, теперь нам нужно вязать белую петельку. И затем опять 4 петельки цвет лаванда. И при этом, сейчас еще раз посчитаем. Вот смотрите, опять 1, 2, 3. Отступаем по 3 петли. И так продолжаем с вами вязать до конца ряда. Точно так же должно получиться у нас 10 белых петель. Заканчиваем 9 ряд, получилось тоже 9 петелек, и они расположены у нас в шахматном порядке от предыдущего ряда с белыми петельками. Закрываем этот ряд и далее вяжем 10 ряд. Его мы опять вяжем только одним цветом. 50 петель, при этом белую нитку оставляем, не тащим ее за собой, она у нас просто остается висеть внутри. И вот мы заканчиваем 10 ряд, закрываем его. Давайте сейчас еще один ряд мы свяжем с вами с белыми точками, чтобы было понятно окончательно, как их вязать. И далее мы будем уже в высоту вязать самостоятельно. Итак, давайте мы смотрим с вами. Вот здесь нам нужно провязать. Не забываем, белую нитку мы ведем внутри петель, провязываем ее внутри петелек. Итак, вот здесь мы провязываем с вами 4 от начала ряда. Цвет номер 1 лаванда, затем одну белую, затем опять 4 цвет номер 1. Ну и по отношению к последнему ряду с белыми точками точно так же можете отсчитывать по 3 петли от узора предыдущего ряда. И таким образом у нас белые точки находятся друг над другом в шахматном порядке. Так мы продолжаем с вами вязать всего 17 рядов. Не забываем вот здесь по 4 петли и один ряд полностью без белых точек. Вяжем всего в высоту 17 рядов. Закончили, связали 17 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Чтобы не отрезать нитку, мы просто с вами закрываем этот ряд. И далее нам нужно вязать клапан. Я определила, где у меня будет находиться клапан. Для этого я просто нитку туда подвожу. Закрываю вот так ряд и вяжу соединительными столбиками до нужного мне места. Сейчас мы с вами вместе посмотрим, как нам определить место, где будет располагаться клапан. Итак, вот так от края отступаю 6 петель с одной стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 6 петель с другой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь в середине должно быть 12 петель. И теперь мы продолжаем вязать. Просто на эту первую петельку клапана у нас как раз приходится белая точка по узору. То есть по узору мы продолжаем вязать так, как оно у нас и есть. Затем 4 петельки цвет лаванда. Внутри ниточку провязываем внутри петелек. И вот здесь тоже по узору у нас идет белая петля. Затем снова 4 петли.
Получается предпоследняя петелька белым цветом, и последняя петля у нас идет цвет номер один, лаванда. Итого мы связали 12 петель. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Теперь переворачиваем. Рабочая нить у нас позади, а белая ниточка впереди. Прокладываем эту нитку и как бы тащим ее до конца ряда. Здесь мы вяжем опять только одним цветом, при этом старайтесь хорошо прятать вторую нитку, чтобы она у нас снаружи не была видна. И провязываем 12 столбиков без накида. Далее вяжем третий ряд. Здесь опять у нас идет рисунок в шахматном порядке, поэтому первые петельки мы провязываем цветом номер один. Еще одну петлю. И затем одну петельку белым цветом. И так продолжаем вязать по узору, как у нас идет узор, в шахматном порядке до конца ряда. Далее опять вяжем один ряд, только цветом номер один. И давайте еще один ряд свяжем вместе. Его вяжем точно так же, как первый ряд. И далее мы с вами давайте будем уже вязать самостоятельно. Всего надо нам связать 10 рядов. У меня закончился первый моток пряжи, и вот я присоединяю второй моток с помощью двустороннего скотча.
мы с вами довязали 10 рядов. Далее нам нужно связать еще 3 ряда, и здесь мы будем делать убавки. Первую петлю делаем убавку, вяжем 1 столбик без накида из 2. Далее двигаемся по рисунку. И в конце ряда снова делаем убавку. 1 столбик без накида из 2. В следующем ряду опять делаем в начале ряда убавку. Затем провязываем 6 петель. И на последние 2 петли тоже делаем убавку. Итого получается 8 петель. И далее идет у нас последний ряд, 13. Здесь опять вначале делаем убавку. Затем провязываем 4 столбика без накида. Не забываем про наши белые точки. И в конце делаем убавку. 1 столбик без накида из 2. Теперь ниточки можно обрезать и последнюю петельку закрываем. Далее мы делаем обвязку клапана, вводим крючок в основание клапана, угловую петлю. Захватываем новую рабочую нить, вставляем короткий кончик, вначале делаем воздушную петельку и затем опять в эту же петлю провязываем столбик без накида и всего провязываем 10 столбиков без накида. Далее мы делаем прибавки 3 раза, 2 столбика без накида в одно основание. Продолжаем, вяжем 4 столбика без накида. И далее опять делаем прибавки. 2 столбика без накида 3 раза. При этом кончики нити прячем внутри петель. Теперь продолжаем, вяжем без прибавок 10 столбиков без накида.
Опять кончик нити отрезаем и закрываем последнюю петельку. Далее нам нужно сделать утяжку. Мы растягиваем нитку, берем 2,5 метра пряжи, отрезаем. Теперь нам понадобится помощник, либо просто вы можете один кончик нити привязать куда-нибудь. Затем отходим полностью на всю длину 2,5 метра. И начинаем закручивать второй кончик нити до тех пор, пока у нас полностью нитка вся не закрутится хорошенько. Вот таким образом закручиваем, потом складываем пополам, и ниточка у нас сама закручивается. И получается у нас вот такая утяжка для рюкзака. Если слишком длинная, можно лишнюю нитку отрезать. Кончик нити мы завязываем и отрезаем. С другой стороны, у нас пока не нужно ничего отрезать, там само закрутилось и держится. Итак, вот такая утяжка у нас получилась. Теперь берем наш рюкзачок, складываем его, как я показываю, и затем продеваем в отверстие концы утяжки. Теперь можно второй кончик тоже завязать и отрезать. Далее мы устанавливаем портфельный замочек, верхнюю часть на клапан и нижнюю часть на сам рюкзак.
И далее нам нужно сделать короткую ручку. Пряжу хорошенько растягиваем и складываем в два раза. Примерно 3 метра нитки нам понадобится. Вяжем крючком номер 8. Набираем 2 воздушные петли. Затем вводим крючок в первую петлю. Вяжем столбик без накида. Вводим крючок вот сюда в угловую петлю. И опять вяжем столбик без накида. Переворачиваем, вводим крючок вот в эти 2 угловые петли и вяжем одну петельку. И теперь у нас будет одинаковый рисунок. Всегда вводим крючок в 2 угловые петли и вяжем столбик без накида. И так продолжаем вязать на необходимую нам длину. Примерно 20 сантиметров ручка должна быть. И вот все 3 метра нитки, которые я приготовила, у меня тоже на это ушли. Закончили, связали ручку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Получается 12 рядов. Ниточка у меня вся ушла. 3 метра. И последнюю петельку вот так вытягиваем. Давайте измерим. У меня получилась длина около 20 сантиметров. И теперь пришиваем ручку к верхушке рюкзака между клапаном и утяжкой. Вторую сторону ручки прикладываем и пришиваем точно так же. Теперь давайте свяжем длинные ремешки. Пряжу тоже хорошенько растягиваем, набираем цепочку, 65 воздушных петель. Теперь первую петельку пропускаем, вводим крючок за вторую петлю, вяжем столбики без накидов, провязываем всего 63 петли. Вот здесь в конце у нас осталась одна петелька. В нее нам нужно сделать прибавку. 3 столбика без накида в одно основание. И при этом еще мы вяжем через карабинчик. И провязываем 3 петельки в одно основание. Далее переходим на другую сторону
и продолжаем вязать столбиками без накида 63 петли. Закончили. Теперь нам нужно присоединить второй карабин. Вводим крючок вот в эту петельку. При этом вводим крючок немножко поглубже, чтобы захватить две нитки. И провязываем 3 столбика без накида в одно основание через карабин. Теперь кончик нити можно отрезать и последнюю петельку закрываем. Вот такой у нас получается ремешок. Длина у него примерно 75-76 сантиметров. Теперь точно такой же вяжем второй ремешок. Далее давайте изготовим кисточку. Берем ниточку 40 сантиметров, отмеряем. Нитку надо хорошенько растянуть перед тем, как делать кисточку. И таких полосочек мы уже отмеряем по длине друг друга одинаковые. 12 штук одного цвета и 12 штук другого цвета. И также берем одну длинную ниточку. И далее с помощью карабина-сердечка мы изготавливаем кисточку двухцветную для нашего рюкзака. Теперь нам осталось только присоединить все ремешки и кисточку к нашему рюкзачку. Для этого нам нужно большое колечко наверх и 2 маленьких колечка вниз.
И вот такой рюкзачок у нас получился. На этом наш видеомастер-класс заканчивается. Давайте измерим наш готовый рюкзак. Получается высота 26 см и ширина 23 см. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вяжите вместе со мной. Отмечайте меня на ваших работах в Инстаграме. Мой аккаунт nitka.kz. Также подписывайтесь на мой канал и смотрите другие видео. Всего хорошего, до новых встреч!